Здравствуйте, дорогие друзья, компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на очередной прямой трансляции матча высшего дивизиона. И сразу по окончанию предыдущего великолепного триллера, в котором «Гефест» оказался сильнее «Динамо», предлагаем вам насладиться еще одним поединком под группы А, в котором сегодня сразятся два коллектива, до сих пор, к сожалению, для поклонников этих команд, не набравших ни одного зачетного балла. Легион Нева, номинально 7-я и 8-я команда чемпионата на текущий момент, будут выяснять отношения в этом великолепном поединке. Главный арбитр встречи уже провел традиционные предматчевые ритуалы, разыграв стороны, на которых соперники начнут выяснять отношения, а также право первого удара, которое досталось Неве. Ну и мы, наверное, не будем терять времени и сразу начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. По своей традиции начинаю я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Нева» в традиционных, хотел сказать, бело-голубых цветах, но на самом деле вот в этом зимнем комплекте экипировки белого почти совсем нет на форме команды Валерия Нурова, зато в достатке хватает темных цветов, но вот отдавая дань уважения одному из самых титулованных клубов Севера, все-таки давайте будем Неву, как это принято, испокон веков называть бело-голубыми. В воротах у Невы под первым номером Станислав Плохих. Нева сразу же в атаку устремляется, легион справляется с этим прорывом оппонента. В центре обороны Алексей Мамонов, номер 21. Слева Никита Сергеев, 2. Справа Игорь Ишутин, 10. Игорь Лаврентьев, 4. В опорной зоне. Справа в полузащите Антон Киреев, номер 8. Слева с первых минут появился Игорь Крыжановский, 18. До последнего момента тренерский штаб решал, кто же выйдет в старте. Слева Александр Гамбердиев или Игорь Крыжановский. В итоге выбор пал на 18-го номера бело-голубых. На острие атаки Сергей Нечушкин, у него на спине номер 11. Футбольный клуб «Легион» в традиционных своих красно-серых цветах сегодня выступает. Александр Дементьев, 35-й в воротах. Максим Белокрылов, 18-й в центре. Игорь Дормаков, 77-й справа. Дмитрий Неруков, 33-й слева в обороне. Александр Седов, 17-й номер, капитан команды в опорной зоне. Максим Ларин, 10-й. Виталий Обласов, 88-й, расположились чуть выше. На острие атаки Попин Казарян, номер 7. Главный арбитр встречи Сергей Тихонов. Помогает ему из бровки Геннадий Зародыш. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Заканчивая все необходимые предматчевые атрибуты, наверное, сразу же скажем, что всего два запасных на сегодняшнюю игру заявлено у Невы. Это Тимур Бураев, 17-й, и Александр Гамбердиев, 7-й. У Легиона в этом плане сегодня действительно заявка получше. Сразу 6 футболистов готовы по ходу поединка вступить в игру. Это Сергей Миронов, Станислав Мухин, Иван Нехорошев, Денис Бычков, Дмитрий Ефремов и Вячеслав Андрианов. Поподробнее поговорим о них по мере их появления на газоне. Но еще в пятницу, когда наставники «Легиона» давали вашему покорному слуге состав на поединок против «Динамо», уже тогда было известно, что на сегодняшний матч будет очень хорошая заявка у красно-серых. И даже в шутку успели мы перекинуться парой слов, говоря о том, что было бы хорошо, что на ту игру пятничную собрать средненькую по длине заявку и сегодня. Но вот у «Легиона» сегодня есть возможность, по сути, поменять весь свой состав, за исключением разве что форварда Попина Казаряна, но он сегодня безальтернативен на острие. Но вот с «Динамо», так же как и с «АПСИ», возможно, красно-серым и не хватило глубины заявки, чтобы в концовке выдержать штурм в исполнении оппонентов. Ну и отметим также тот факт, что «Легион» уже третий матч подряд начинает в одном сочетании. В этом плане, конечно же, для легионеров это историческое событие. Ни разу еще в высшем дивизионе три матча подряд без единой перестановки в стартовой обойме «Легион» за свою историю не начинал. Так что сегодня есть все предпосылки для того, чтобы «Легион» победил у Невы. Нева собрала достаточно неплохой для себя состав нынешнего
розыгрыша. Все дело в том, что вот эта вот вторая часть чемпионата для белоголубых, увы, началась очень неудачно. Два поражения, причем разгром от Интера получился просто настолько неприличным, что, наверное, даже лишний раз счет упоминать не стоит. А поражение от Gold Shark, поражение от прямого конкурента в борьбе за место в Еврокубках, это тоже не самое приятное событие. Теперь Неве необходимо отрабатывать за все эти потери стартовых уикендов и сегодня обязательно обыгрывать Легион, и любой иной результат тренерским штабом, безусловно, будет расценен как неудачный. Свисток нападения на вратаря. Досталось Станиславу Плохих. До последнего шел на мяч Александр Седов и на скользком газоне не сумел вовремя остановиться. Но, к счастью, без каких-либо повреждений все обошлось. Обошлось и без желтой карточки. Рефери не стал с первых минут разбрасываться горчичниками. Думается, что повод еще в сегодняшнем противостоянии непременно появится. Без нарушений правил здесь отобран мяч. Нева начинает свою новую атаку с перехвата на чужой половине. Но в итоге заканчивается дело угловым. От правой бровки будет подавать Нева. Достаточно бодро у нас началась эта встреча. С первых минут соперники попытались заполучить преимущество. Но пока это не удалось сделать ни тем, ни другим. И все-таки, наверное, если оценивать предматчевые расклады и говорить о том, кто сегодня фаворит, а кто андердог, наверное, опять же, отдавая дань уважения Неве и посмотрев на заявку, которая насчитывает 10 футболистов, все-таки стоит именно белоголубых причислять к команде, считающийся в этом противостоянии фаворитом. Но понятное дело, что это не та Нева, которая несколько сезонов подряд безраздельно правила на вершине Олимпа Северной Лиги. Да и Легион за последние пару сезонов все-таки окреп в высшем дивизионе. И, как мы уже не раз говорили по ходу последних трансляций, абсолютно точно команда Александра Седова уже обеспечила себе высший результат в истории выступлений в высшем дивизионе. Но вот первые минуты, особенно последние атаки, полностью проходят на половине поля команда Александра Седова. Пока, правда, Александру Дементьеву особо вступать в игру не приходится. Защитники здорово работают, но тем не менее острота, да и давление все-таки ощущаются. И если дело продолжится в подобном же режиме, то и первый гол не заставит себя долго ждать. Впрочем, это возможности для Легиона. В любом случае, Нева, идя вперед большими силами, оставляет достаточно много зон на своей половине поля. Вот этим прекрасно пользовалась команда Валерия Скоробогатова в первом туре второй части чемпионата. В частности, последний гол Фандеев забил как раз-таки, реализовав выход 1-1. Правда, это случилось уже на последних мгновениях встречи. И понятное дело, что по большому счету с каким именно перевесом проигрывать не имело никакого значения для команды Валерия Нурова, но тем не менее. В атаке Легион. Дермаков подключился к наступлению, но здесь у него четко убивают мяч. Показывал даже защитник Невы, что должна именно Нева начинать игру посредством ввода мяча из-за боковой. Казарян, дальний удар, но он накрывает этот выстрел. Игорь Крыжановский. Крыжановский, к слову, сам мастер великолепных дальних выстрелов. Наверное, если сравнивать исключительно
силу удара этот полузащитник будет в числе лидеров всей Северной лиги. Пока, правда, во второй части сезона после перехода в команду забить ему не удается. Еще одна попытка Легиона провести свою атаку завершается неточным ударом ввиду скользкого покрытия. Но вот здесь Нева дарит мяч буквально сопернику. Есть момент открывать счет в сегодняшнем матче, но Станислав Плохих выручает свою команду. Четко сыграл на ленточке и отразил выстрел Максима Ларина. Именно он проверял бдительность голкипера. Говорили мы о том, что первые минуты прошли при территориальном преимуществе бело-голубых. Вот сейчас Легион ненадолго действие от своих ворот отодвинул и провел таки по-настоящему голевую атаку. Ларин без нарушения правил. У него мяч отбирают. Нужно Легиону возвращаться в оборону. Поговорили мы о результатах Невы, о двух поражениях бело-голубых в стартовых турах. Необходимо отметить и то, что Легион сыграл не самым лучшим образом, но после этого момента еще один великолепный шанс. На этот раз у Виталия Абласова, и вновь голкипер свою команду выручает. Легион буквально в течение нескольких минут создал пару хороших моментов, ну и, судя по всему, не будет углового, там мяч предела поля от Абласова, получается, покинул. Легион в стартовом матче второй части чемпионата встречался с APC, вел в счете, но в тяжелой борьбе все-таки уступил электроникам 2-4, ну а несколько дней назад здесь же на Флотской Легион встречался с «Динамо», и команда Антона Тимофеева, которая сегодня потерпела первое поражение в чемпионате, оказалась сильнее 3-0. Неточная передача. Легион забирает мяч. Седов вынужден разворачиваться, чтобы сохранить мяч. Дермаков упускает снаряд за пределы поля. Игорь Лаврентьев здорово корпус поставил и сбил с темпа своего оппонента. Опять же, скоростные качества на вот таком сложном покрытии, безусловно, несколько нивелируются, и на первый план выходят иные сильные стороны, в частности, опыт, а также, наверное, хладнокровие. Сейчас, правда, ни о том, ни о другом говорить не приходится. Команды очень горят и желают реабилитироваться за предыдущие неудачи. И думаю, что вся сегодняшняя игра получится, не сказать, чтобы совсем уж безбашенный, но все-таки с желанием обеих команд вырвать победу. Понятное дело, что стратегически, может быть, еще стоит наставникам рассматривать вероятность ничейного исхода, но ни одну, ни другую сторону, будем уж честны, ничья не устроит. В атаке Нева. И все-таки фиксирует нарушение правил арбитр встречи. Несколько раз досталось по ногам Антону Кирееву от Дмитрия Нерукова. И вот у Игоря Крыжановского сейчас появляется как раз-таки возможность продемонстрировать нам всю силу своего удара. Удобная позиция прямо по центру. Можно и попробовать перекидывать снаряд через стенку, можно попробовать пробить на силу во вратарский угол. Сейчас посмотрим, что придумает Крыжановский. И бьет низом, рикошет. Подставляет ногу один из защитников Легиона. И мяч отправляется на угловой. Еще один стандарт.
Подача. Сумбур штрафной легиона и 1-0. Счет открыт у нас. Как-то слишком просто даже Нева забивает первый гол. Ну и его автором становится, насколько я понимаю, Сергей Нечушкин, снявший головной убор специально под подачу с угла поля. А в итоге забил форвард ударом ноги. 1-0 на 15-й минуте, почти ровно на экваторе тайма отличились бело-голубые. Ну и легион в этом году, во второй части чемпионата, пока неизменно пропускает первым. Также было в игре с APC, также было и в игре с Динамо и сейчас. Но вот сразу же отвечают красно-серые своим моментом. По голевым шансам, наверное, у нас игра примерно равная. Может быть, даже легион и чуточку ближе был к своему голу. Но вот исполнительное мастерство Сергей Нечушкина конвертировался таки в забитый гол. Крыжановский сохраняет мяч в игре, продлив полет мяча на Александра Гамбердиева, появившегося на поле в одной из последних пауз. У легиона, к слову, со скамейки запасных вышел Вячеслав Андрианов. Крыжановский. Ну, отсюда бить, наверное, это было бы совсем неуважительно к Александру Дементьеву, и не стал проверять голкипера буквально с центра поля Игорь Крыжановский, зато вот в таком акробатическом этюде мяч своей команде отвоевал. Неудачно Александр Дементьев ввел его в игру. Нева всем составом сейчас находится на половине поля соперника. Но в этой атаке это ей дивиденды не приносит. Ну и в жестком столкновении получает травму один из футболистов. Это Антон Киреев. Игровое столкновение. Не было там нарушения правил, по мнению рефери. Но это, понятное дело, никоим образом не отменяет тот факт, что Кирееву больно. Но показывает полузащитник, что готов он продолжить встречу. Напомню, 1-0. Нева впереди. А легион пытается выйти со своей половины поля. Вот такой вот длинной передачей удается это в конечном счете сделать красно-серым. Еще один потенциальный момент. Но на этот раз Станислав Плохих уже прочитал ситуацию. И вовремя, выйдя из ворот, разрядил обстановку вблизи своей штрафной. Ларин разворачивается полузащитник и, выполняя этот сложный маневр, теряет равновесие. И вот лаверды от Александра Дементьева. Согласитесь, похожие моменты. И голкипер легиона также ситуацию прочитал и свою команду также подстраховал. С голом преимущество окончательно перешло к Неве. По крайней мере, по первым трем минутам так кажется. Легион больше обороняется. Ну а Нева играет в привычный для себя футбол. Но вот сама себе придумывает неприятности на ровном месте. И затянул с передачи Александр Седов. Апеллирует он к арбитру, говоря, что придерживали его руками. Но недостаточно для того, чтобы фол фиксировать в этом эпизоде. А там действительно здорово открывался под передачу Попин Казарян. Может быть, и было сложно отдавать сразу передачу на ход форварду. Но затем уже момент капитан легионеров упустил. Ну а теперь угловой. Один уже сегодня в гол удалось бело-голубым конвертировать. Но не этот.
Казарян до последнего прессингует, но удается Станиславу Плохих на пару с Никитой Сергеевым выйти из этой ситуации. Мяч уже на чужой половине поля. Нева атакует, атакует в численном большинстве. И вот только сейчас все футболисты в красно-серой форме вернулись на свою половину поля. Падение, не было здесь фола, не было и здесь нарушения правил. Показывает арбитр, что можно продолжать встречу. И лишь после этого фиксирует нарушение правил. Выбрался из тяжелой ситуации Максим Ларин и сохранил мяч для своей команды. Но ненадолго. Смотрите, как быстро Нева себе возвращает контроль над мячом. Ах, чуть-чуть передача получилась неточной. И приходится здесь уже догонять мяч буквально у боковой линии Александру Гамбердиеву. Дальний удар. Но с этим мячом должен Александр Дементьев справляться. Рикошет помог голкиперу легионер. Вот так вот у нас 20 минут уже позади. Очередные замены в сегодняшнем матче.
Валерий Нуров под занавес тайма решает почаще ротировать состав, где-то даже немножко уже убивая время. Даже запретил своему подопечному уходить на дальней половине поля. Зеленого прямоугольничка, призывая его пройти всю длину поля. Но, понятное дело, тяжелая игра, несмотря на то, что Нева атакует много, все-таки преимущество всего в один мяч не гарантирует ничего выигрывающей стороне, тем более, что и Легион атакует достаточно опасно. Еще один жесткий стык достается Попину Казаряну. И на этот раз рефери, я так понимаю, фиксирует нарушение правил. Или нет, угловой назначает арбитр. Все-таки там Крыжановский сыграл в рамках правил. Седов, подача, Андрианов, удар в касание и чуть-чуть не попадает в дальний угол. Попадил он в створ, уже Станислав Плохих ничем бы не смог помочь своим партнерам. Остался в полупозиции, да и в лед пробил неплохо Андрианов-старший. Но, к сожалению, для поклонников своей команды и партнеров не попал. Крыжановский. Достается Виталию Обласову в верховом единоборстве. Уже в нескольких стыках поучаствовал Игорь Крыжановский. Но пока, напомню, желтых карточек в сегодняшнем матче Сергей Тихонов еще не предъявлял. Три с небольшим минут у нас до конца первого тайма. В атаке вновь Нева. Проходит передача на Крыжановского. Тот бьет, чуть-чуть не попадает в створ полузащитник. Совсем его одного оставили на углу штрафной. Передача там прошла. Опрометчиво пытался в подкате защитник прервать этот ассист. Вот хорошо для него, что он не сумел попасть в створ Игорь Крыжановский. Обласов. Примаков теряет мяч в центре поля. Лаврентьев здорово отборолся. Гамбердиев. Фирменные движения Александра Гамбердиева. Удается ему сохранить мяч под прессингом Вячеслава Андрианова и Виталия Обласова. Но затем Нева сама снаряд сопернику отдала. Снова Обласов. Играет направо. Дармаков в центр. Неплохо. Андрианов. Удар с левой. Уже успели его заблокировать. Долго подбирал ногу Вячеслав Андрианов под этот момент. И в итоге успели его накрыть. Но это фол. Безусловно, это фол. Сергей Нечушкин затоптал Максима Белокрылова. Борясь с ним за позицию. И очередной свисток, очередная остановка. Хорошая диагональ по замыслу от Игоря Дармакова. Чуть-чуть в такт движение партнера, подключившегося по противоположному флангу, не попал. Дойди передача. Могло бы получиться очень интересно. Там, по-моему, Иван Нехорошев подключался к наступлению. Давненько не видел я Нехорошего в деле. С «Динамо» он точно не играл. С APC вроде бы тоже, но нужно проверить. Вот сегодня на игру приехал, начинал матч на скамейке запасных, но уже, походу,
первого тайма появился на поле. Очередная попытка дальнего удара от Папина Казаряна. Обыгрывается с Драмаковым, смещается в центр. Еще один финт, падение, и зарабатывает штрафной на последней минуте первого тайма. Гол в раздевалку сейчас очень поможет «Легиону», если удастся его забить. Тяжелый первый тайм для обеих команд. Но если Нева один из своих шансов все-таки реализовала и забила-таки мяч, то вот «Легиону» пока ворота Станислава Плохих кажутся заколдованными. Моменты-то у легионеров, согласитесь, были в стартовые 30 минут. Ну и сам капитан, насколько я понимаю, планирует пробить по статичному мячу. Со штрафных он в высшем дивизионе уже забивал. Удар, мяч попадает в стенку. И показывает арбитр, что можно еще попробовать провести атаку. Последнее наступление в первом тайме. И, похоже, не удастся «Легиону» в этом тайме сравнять счет. Что ж, 1-0, дорогие друзья. Арбитр отправляет команды на перерыв. Давайте и мы с вами отдохнем немножко, а затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Возвращаются команды на поле, подходят к концу перерыв в матче «Легиона» и «Невы». После стартовых 30 минут игры на табло счет 1-0. Сергей Нечушкин является автором единственного пока забитого гола. Главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о старте второй половины встречи. Нас ожидает еще 30 минут великолепнейшего просто футбола. Команды действительно сегодня играют классно, несмотря на то, что на двоих соперники в второй части чемпионата еще не набрали ни одного очка. Сегодня они все силы бросили на исправление ситуации. И похоже, что победа для одних и для других является главной задачей на сегодняшний вечер. Пока к этому ближе Нева. Нева, которая изначально, наверное, все-таки считалась фаворитом. Но, понятное дело, все с самого начала ожидали напряженной борьбы сегодня, потому как старт второго круга, второй части чемпионата, вернее, пока командам не удается. Очередная попытка отличиться от Игоря Крыжановского, на этот раз с его дальним ударом справляются Дементьев на пару с защитником. Угловой таким образом. Не торопится Нева. С его розыгрышем вот только сейчас Крыжановский на коротке обыгрался с партнером. Навес, удар. И здесь разряжает обстановку легионеры, вынося мяч подальше от своих ворот. Но опять же, на подборе вновь первыми оказываются футболисты в бело-голубой форме. Антон Киреев аут для своей команды заработал. Быстро ввел мяч в игру Алексей Мамонов. Но получилось не точно. Это ответ «Легиона». Очередной момент, очередной упущенный момент в сегодняшнем матче. Сколько было таких вот прорывов к воротам Станислава Плохих по ходу первой половины, но пока ни один из них не завершился голом. Вячеслав Андрианов сейчас вроде бы все делал правильно и мимо голкипера отправлял снаряд, но вновь не повезло. Ответ «Невы». Левым флангом развивается атака. Прострел в штрафную. Сохраняют белоголубые мяч. Там Сергей Нечушкин здорово поборолся. Но в итоге легионеры мяч отвоевали. Нехорошев.
нарушал сейчас правила Иван Нехорошев, но это было в другом эпизоде. Затем уже легионеры без какого-либо нарушения правил мяч отвоевали, но вновь достаточно быстро бело-голубые вернули себе контроль. Киреев отбрасывает назад. Хорошая вертикальная передача. Лаврентьев, навес, удар, и выручает свою команду Александр Дементьев. Возможно, где-то даже на инстинктах. Мяч остается у него. Еще один прострел. На этот раз Денис Бычков помешал Лаврентьеву обострить. Но момент у него был просто великолепный. Должны были бело-голубые сейчас удваивать преимущество. Бычков. Через партнера попытались сыграть красно-серое, но передача на Вячеслава Андрианова получилась совсем не точной. Ничушкин оставляет мяч в поле. Навес. Много фланговых передач сегодня в исполнении Невы. Ну и вспомним с вами, что именно после подачи с углового и был пока забит единственный гол в сегодняшнем матче. Пусть и Ничушкин провел его ударом ноги. Никита Сергеев оказался на газоне после фола со стороны Вячеслава Андрианова. Мамонов. Вот Алексей Мамонов и Никита Сергеев на самом деле поменялись местами еще в первом тайме. Я не стал акцентировать на этом внимание. А сейчас все внимание на поле. Здесь в подкате обезмячили Игоря Крыжановского. Изначально на стартовой расстановке наставник Нилы Юрий Смоленинов показал, что именно Мамонов будет играть в центре, а Никита Сергеев на фланге. Но, опять же, мы все прекрасно понимаем, что стартовые расстановки в ЛФЛ это не более чем условности. Тем более, когда есть еще и иные вопросы касательно стартовых позиций в составе. Главное, что все футболисты под своими номерами играют, и эти номера, к слову, прекрасно видны, что на футболках не вы, что он на экипировке легиона. Еще раз будет необходимо Неве вести мяч за боковой. Продвинулись бело-голубые метров на 10 вперед. Мамонов на ударной позиции, но пробивать в одно касание не стал. Нева комбинирует уже в чужой штрафной, но пока до гола не доигрывает. Сергеев. Не пустит он к мячу Вячеслава Андрианова. Но здесь Станислав Плохих на ровном месте придумывает неприятности своей команде. Не попадает по мячу. Но Вячеслав Андрианов не сумел воспользоваться оплошностью голкипера. Плохих сегодня играет под принципу «сам разрушу, сам исправлю». Подача. Вот будет момент. Не позволили здесь пробить Виталию Обласову соперники. Еще один корнер. Прошла передача на дальний угол штрафной, где совершенно один был Виталий Обласов. Но пока обработал мяч, уже успели его соперники накрыть. Вот еще один момент, еще один удар! На этот раз штанга выручает бело-голубых. Легион подбирается все ближе к голу. Неве нужно отодвигать игру от своих ворот. Киреев. Передача направо. Ничушкин показывает арбитр, что было нарушение правил, но мяч остается у бело-голубых, поэтому нет и остановки. Мамонов в центр, Лаврентьев, перевод налево, а там никого абсолютно нет.
Хороший дальний удар. Вступает в игру Александр Дементьев. Идет подсказ от партнеров и с тренерской скамейки, что нужно больше пробивать Игорю Лаврентьеву. Но бьет у нас пока Игорь Крыжановский. И пока все так же неудачно. Девять минут команды сыграли во второй половине. Успокоилась у нас немножко игра. После перерыва команды уже с чуть большей оглядкой на собственные ворота действуют, что ли. По крайней мере, такого безбашенного футбола, который мы видели отрезками в первом тайме, больше нет. Говорили мы о том, что цена ошибки сегодня очень велика, и начинать вторую часть сезона с трех поражений подряд, наверное, не захочет никто. Поэтому и победа, которая столь близка сейчас для Невы и столь далека для Легиона, является заветным успехом сегодня. Нечушкин подключает к наступлению Сергеева. Тот налево не стал играть, а покатил направо. Контролирует мяч Нева на чужой половине поля. Мамонов. Перевод на противоположную бровку. Будто в большой квадрат играют бело-голубые. Не особо стремясь к чужим воротам приблизиться, но при этом и заставляя соперника без мяча обороняться. Киреев неплохо. Лаврентьев, подача вновь не точно. Не доходит этот навес до Сергея Нечушкина. Тот уже начал занимать позицию в чужой штрафной, ставить корпус. И понятное дело, что по скользкому покрытию резко изменить собственное положение было буквально невозможно. Мамонов откидывает мяч назад. Сергеев левее. Призывает Александр Седов активнее встречать своего оппонента. Виталий Обласов на личном примере показал, как необходимо мяч у соперника отбирать. Но и не желает пока Обласов с ним расставаться. Длительное единоборство получилось у Обласова с Лаврентьевым. Мяч легионер сохранил. Снова с мячом Обласов. Играет налево. Неплохо. И передача от Дмитрия Ефремова не в такт атаки получилась. И в итоге мяч попросту покинул пределы поля, уйдя за лицевую. Вроде бы все делает неплохо Легион, но вот вечно ему чего-то не хватает. То считанных сантиметров, когда мяч в штангу попадает, то хладнокровие в завершающей стадии, когда Станислав Плохих подарил мяч Вячеславу Андрианову. Вот это вот немножко и дает результат, а Станислав Плохих не перестает придумывать. На этот раз чуть было Папин Казарян его не обокрал, ну, по факту обокрал мяч, что теперь у Легиона, вот только голевым момент не стал. Нечушкин подключает к наступлению по левому флангу Крыжановского, тот разогнался, но протолкнув мяч мимо соперника, не успел его попросту догнать. Все больше и больше у нас разбивается игра на определенные отрезки. Это, безусловно, выгодно Неве и невыгодно Легиону. Но, думаю, чем ближе будет конец встречи, опять же, при условии, что забитых голов больше пока не будет, тем сильнее Легион пойдет в атаку. Ну а финальный штурм — это финальный штурм. Достаточно одного рикошета, одного кикса, и на табло загорятся равные цифры. Ефремов
И вновь неудачно отдает передачу Дмитрий Ефремов. Казалось, хотя бы мяч сохранит восьмой номер, но в итоге соперник завладел мячом, а это Мамонов рвется по правой бровке, убирает на замахе оппонента, катит в штрафную, удар! Здесь Александр Дементьев, по-моему, на пару со штангой свою команду оставляет в игре. Крыжановский. И это пенальти. Нарушает правила Станислав Мухин. Пошел в подкат, опрометчиво пошел в подкат против Крыжановского. На мой взгляд, правило нарушал очевидно. Вот где было нарушение в штрафной или за ее пределами, с моей позиции определить невозможно. Но рефери находился буквально в считанных метрах от места действия и уверенно, без каких-либо колебаний, указал на точку. Кстати, в истории противостояния Невы и Легиона был матч, где все голы были забиты с пенальти. Нева тогда выиграла 2-0, а сейчас счет 1-0, и Игорь Лаврентьев может удвоить перевес Невы вновь на экваторе тайма, к слову. Разбег, удар, разводит голкипера. И мяч Игорь Лаврентьев по разным углам. 2-0. Нева забивает второй гол. И теперь за 15 минут до конца Легиону нужно забивать как минимум дважды. Желтую карточку получает Алексей Мамонов за недисциплинированное поведение. Наставники Невы крайне не согласны с решением рефери. Говоря о том, что даже звук от столкновения голкипера и Мамонова присутствовал и было слышно на весь стадион. Я давать оценку, наверное, без повтора не возьмусь. Очень сложный и динамичный эпизод. Но все-таки показалось, что Дементьев первым оказался на мяче. Но, возможно, и ошибаюсь я. Киреев. Неплохая по задумке передача, но партнер ее не понял. Ну а здесь фол. Извиняется Крыжановский. Один из главных бандитов сегодня, Игорь Крыжановский. Для Легиона уж точно в паре стыков с соперниками поучаствовал. Правила нарушал. Ну и бесчисленное число раз проверил Дементьева с дальней дистанции. Ксарян.
пытается ворваться в штрафную в одиночку. Не удается ему это сделать. Угловой. Александр Седов здесь просит у арбитра вторую желтую карточку для оппонента. А вот он момент. Плохих вручает свою команду. Неплохая атака Легиона. Ну а Нева очередные замены проводит. И Сергей Нечушкин покидает пределы поля. Следовательно, Александр Гамбердиев возвращается на газон. 2-0 ведет Нева. Легион в атаке. Седов катит мяч направо. Еще один выстрел за пределы штрафной. Накрывают удар защитники Невы. А это будет желтая карточка для Виталия Абласова, сорвавшего атаку соперника. Откровенно прихватывал он руками Игоря Лаврентьева. И от правосудия не скрылся. Киреев получил передачу от Гамбердиева. Отдал пас обратно. Справляются с очередной атакой Невы легионеры. Но вот по последним минутам, наверное, Нева ближе к третьему голу, нежели Легион к сокращению разрыва. Хотя по ходу матча в определенной отрезке казалось, что вот-вот и Легион все-таки забьет. Мамонов бьет с дальней дистанции, а получается что-то сродни передачи. И очень опасно было. Еще один угловой. Вновь его Игорь Крыжановский отправляется подавать. Мощный выстрел даже, наверное, в ближний угол метил Крыжановский. Но защитник, стоявший на ближней штанге, принял этот удар на себя. Кзарян один в один не обыгрывает Никиту Сергеева. Тот выбивает мяч в аут. Андрианов получает мяч. Правда, для этого приходится ему отойти на свою половину поля. И заканчивается это наступление неточной передачей. Нева, понятное дело, никуда спешить не будет. Благодарит Александр Седов своего партнера за передачу, а также обращается к скамейке запасных, готовя очередную замену. Иван Нехорошев. Иван Нехорошев сейчас появится на газоне. А здесь Попин Казарян немножко был недоволен действиями партнера. Считал он, что затянул с передачей Максим Ларин. Андрианов. Передача направо. И чуть сильнее, чем хотелось это Вячеславу. Вот все эти передачи, они выглядят здорово. И обязательно бы прошли. Проходи матч в летний период. Столько атак уже загубили легионеры. Именно вот таким вот неточным последним пасом. Лаврентьев. Передача направо. Штрафной. Антон Киреев. Очередной подкат. Но на этот раз без пенальти. Чисто выбил мяч Вячеслав Андрианов. Угловой Нева заработала. Время сейчас, безусловно, работает на Неву. Как бы банально эта фраза не звучала. Опасный момент. Очередная опасная передача. Возможно, с поля
этот эпизод смотрелся по-другому, но вот с нашей комментаторской позиции выглядело действительно неплохо. Ермаков потерял мяч, но фиксирует рефери нарушение правил. Не случись этого, Легион получил бы контратаку, в которой соперник действовал бы в численном большинстве. Андрианов бьет с разворота и угловой. Хорошо скинул мяч партнеру Александр Седов. Не идеально, но из такой позиции Вячеслав Андрианов угрожал воротам соперника. 4 минуты у нас остается до конца встречи. И Легион нарушает правила в атаке. Сергеев разыгрывает мяч с ближним. Здесь не успеет Папин Казарян к мячу. Но поможет Станиславу Плохих быстрее возобновить игру, подав снаряд. Ну а теперь Казаряну нужно возвращаться на свою позицию, чтобы не дать Неве разыграть удар от ворот коротким перепасом. Крыжановский. Элегантный черпачок, но не проходит такая передача. Обласов играет направо. Дармаков атакует Легион сходу. Атакует неплохо в центр. Обласов еще правее. Нужно уже бить. И вновь удар блокируется. Вячеслав Андрианов сегодня очень много пробивает по воротам соперника. Но, как и его партнерам, пока забить не удается. Нева не торопится, проводя замены. В свое время Империя очень любила вот так вот тактически разбивать игру, проводить замены. Причем, что интересно, команда Вадима Сарсорова даже умудрялась не пешком проводить эти замены, то есть всем видом своим показывать, что вот я даже бегу меняться, я не задерживаю время. Но вот этих перестановок в составах на последних минутах было столько, что, понятное дело, вроде бы и не придерешься. И в то же самое время все прекрасно понимают, зачем эти самые перестановки проводятся. Нева пока, конечно, столько замен в концовке не делает. Но вот когда наступает момент пика, так называемого, когда кажется, что давление Легиона еще немножко и перерастет во что-то опасное, сразу же следует тренерский ход от Валерия Нурова и Юрия Смолянинова. Совсем немного у нас остается до конца поединка. Чуть больше 3 минут. Задача Легиона с каждой минутой превращается все быстрее в невыполнимую. Ну и пока у нас есть пауза небольшая. Мяч в центре поля. Но вот Легион теряет снаряд на своей половине. Передать штрафную. И здесь никто из футболистов в бело-голубой форме не успевает на этот пас. Все-таки, наверное, стоит отложить мне разговоры о следующих матчах команд. Танева очень близка к своей первой победе во второй части сезона. Но очень близка — это не значит, что она ее добыла. Дармаков. Напрашивается передача здесь налево, но по-прежнему атакует правым флангом Легион и в итоге теряет мяч. Плохих быстро выводят снаряд в игру на чужую половину, вводя рукой. Но вот все-таки финальный штурм состоится. Нева больше обороняется, но не забывает контратаковать. Крыжановский смещается во фланг, возможно, даже и не планируя непосредственно угрожать воротам Александра Дементьева.
Ну, а здесь накладка. Опасная игра. И еще секунд 20 Легион потратит на то, чтобы выйти из обороны. Обласов играет в центр. Андрианов ошибается в передаче. И контратака 3 в 2 может развернуться у Невы. Крыжановский уходит от отбора, бьет. И Дементьев намертво забирает мяч, но сразу же возвращает его сопернику неудачным вводом в игру. И Гамбердиев пас в центр. Лаврентьев и Нева возвращает мяч центральному защитнику. Легион не очень активно от чего-то идет в отбор, но все-таки мяч возвращает и сразу же его обратно отдают сопернику. Это уже Вячеслав Андрианов сыграл неудачно. Крыжановский. Пас в центр. Удар! Мамонов обязан был сейчас забивать третий гол своей команды. Но с угла вратарской не попал в створ. 20 секунд у нас остается до конца основного времени матча. И вновь в атаке Нева. Вроде бы большим числом старается атаковать Легион, но раз за разом в простой ситуации теряет мяч, и Нева убегает в контратаку. На этом все, дорогие друзья. Главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о том, что Нева одерживает первую победу во второй части сезона и покидает последнюю строчку турнирной таблицы, сбрасывая туда Легион. Ну а я с вами, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте прощаюсь. Вместе с вами смотрел футбол Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.